В Москве сегодня ожидается рекордно высокое атмосферное давление – 777 миллиметров ртутного столба при норме в 745. Это наивысший показатель за всю историю наблюдений. Но и он будет побит в ближайшие дни. Внимательнее к себе нужно отнестись к гипертоникам. Да и тем, кто не является метеозависимым, врачи рекомендуют быть осторожнее.